Путь уздечку надо. Это же ясно. Господи, я нашла. Это черемушкинская уздечка. И твоя. Вот моя, твоя. Вот. Топ скажите. А! Ой! Кто тебя шукнул? Здесь. Мы с Дашей поступальской поспорили, кто красивее, Клевер или Санечка. Клесаня. Кленя. Савер. Что ж ты когда-нибудь выйдешь отсюда? Да, наверное, когда я еще не занималась. Ну, не знаю. Иди со мной шагать с конем, иди я не знаю, где шагать. Идем. Какая у нас сала? Я не снимала. Да? Ничего. Я вообще не вижу ничего. Что-то подсвечиваю, я ничего не вижу. Я пытаюсь уже Я в Ксюшином влоге опять. Я звезда, я хочу передать привет маме, папе, бабушке, брату, всем, кого я знаю, всем беседам, секте единяшек и просто секте. Я хочу сказать, что вы козлы, которые хотели приехать, но не приехали. Вообще. Вы козлы, я вам это еще припомню. Ластуля, ластуля, все. Ой, ластуля. Ого. Давай, Миша, number one. Number two, точнее, Миша, number one, это Миша. Что? What the hell происходит? А что с камерой? Что с ней? Ты ее, наверное, не открыла? Открыла, не знаю. Что с камерой? Вот это Мымра. А, оно само приближает. Да все, я все сделала. Я тупая, мне столько. Хочу приблизить. Ты на баннерной с этой камерой была. Я знаю. Это Ксюша. Тина. Это Мымро. Да ты-то куда бежишь, Лина? А это Тина. Нет, Тина! Иди сюда, на. Ну давай. Ну давай уже. Мымра. Ну погнали. Давай. Нормально так. На соревнованиях можешь ответить, конечно. Нервничает. У вас разрешают? У нас все разрешают. У вас разрешают трение подсказки? А, хорошо. Так, а мы на чем? Пешком. Дина, что ты говоришь? Алена. Полина. Собственно, ничего нового. Полина, а тут должны были еще идти три куры в
Ну, я их прифотошоплю вот здесь. Одна не может, вторая не может, третья не может, и четвертая. Чего? Давай. Особенно с хвостиком. Давай. Я ж прямо вот хочу. Тихо, тихо. Давай. Так, проходим дальше. Еще мясо! А, подскажите, мы мясо ешка! В каком году вы ешка. Тут делали? Это ведь исторический год. Да, ему 100 лет. Да. Ну, это просто... ешка открылась, наверное, где-то, ну, может, полгода. Чего? Да. В самой фильме-то, наверное, 100 лет? А это знаете, что такое? Это бомбоубежище. После войны осталось. Идет по бомбоубежищу. А это... Это мины взрываются. Вот этот вот дом был построен в 1895 году. Тут покемон был как раз. Я надеюсь. Думаю, что это вот так. Там заброшенный дом, мы его, правда, не очень хорошо видим, потому что мы идем по каким-то кустам. А это арка. Слушай, давай только не на всю публику это видео, пожалуйста. Понятно. А понятно. Ищет доступ. Ты понимаешь, нет? Вот там заброшка. Там заброшка. Брошка, заброшка. Брошенки. Зараз базары. Брошенки, Дина. Наша клиника, смотри. Наша клиника. Наша клиника. Мы ее построили. Она построена не так давно. Этот дом очень старый. Здесь жила купеческая семья. Какая? Тут должна быть табличка, наверное, но нету. Ну, я думаю... Ну, с той стороны обойди, посмотри. Вообще здесь проверили. Так, сейчас. Ну, Гоголь тут жил. Какой Гоголь? Улица названа в честь Гоголя Николая Васильевича. Это должен быть дом. Год столетия со дня рождения писателя в 1999 году. В каком 99-м, дура? 909-м. Ой, неважно. Главное, что это сказала. А рядом какая-то Ханна. Да ты сняла, показала, все, иди. А это наш ЗАГС. Здесь женятся и разводятся. Пошли венчаться. Одновременно. Одна сразу. Одна сразу. В нашем городе ты еще не вышел замуж, но ты уже в разводе. Вот их сейчас машина собьет. Ты что тут на наш город оговариваешь? Так я приеду. О, губа. Проклинает. Мне даже за это разбили губу. А это дачник. Какой-то магазин. Что, это дачник? Тут еще вон дачник живет. Там киса. Сейчас я вам покажу. Детей пугаешь. Че? Гомункула? Это улица Чкалова, 19-й дом. Ой, она чуть не сбила машину. Нет, смотри, я смотрю. Это Ксюша, иди сюда. Давай, давай. Смотрю. Да понятно, я не побегу. Я знаю, что ты как Лера делаешь. А это счастливая щука. А вот это. Пойдемте вот сюда. Иди сюда, сфоткай меня. За скриню потом. Счастливая щука. А, вот. Все. Да тут написано. А какие твои любимые породы лошадей? Ну, конечно же, гнедые! Лифт грузовой, чтоб она не, чтоб ей не жарко было. А мы стоим как в этом, а в обычном. А тут хотя вон сколько мест. Можно так срать? Давай, давай, не надо. Мы остановимся, ничего страшного. Мы остановились. Он и так сломанный. О, так. Господи! Я тупая. Во, умная. Мы идем. Они решают, на чем ехать, нам дома кайти. Если ты не против, заплатишь 60 рублей. Смотри, это идет Ксюхор. Ксюхор. И огонь, вода! Че? Вот, чисто ради, сейчас, вот, окей, чисто ради интереса, мы идем к фонтану. Ну, остров не отдохнет, я хочу, чтобы ты сняли все, чтобы посадила одну пушку у Ани, одну пушку у тебя. Посмотрим, кто у меня пушку. Фонтанчик! У нас тут как в Петергофе.
Да, ряды. Нет, она нет партнера. А? Нет, ну, только на день города, может. О, у кого-то классная фоточка в Инстаграм. Хорошо. А тут молоко? Ой, там ребенок. Он кушается там. Тут воняет. Там ребенок. Воняет. Ты достала, вы поняли, что у тебя все воняет? Да тут воняет. Достала вонять. Не воняет. У нас тут, видишь, как в Петергофе. Да. Ага. А засунула в рот. Да, мы так с Аленой мечтали на это посмотреть. Давай, играй, играй. Мастер-класс. Уйди отсюда. А ты точно вытащить сможешь? Да, да. Как это как с лампочкой? А, кстати, так ты можешь спокойно учиться. Давай проверим. Нет, нет, даже не думай проверять. Лампочку. А что с ним? Это стекло. Шок. Человек съел себя. Меня забьет рыбинская мафия. Не знаю, наверное, в лице Сени Быкова. О, Сеня Быков, если ты это смотришь, не бей меня, пожалуйста. Я уже точно не живая. Ребят, я дикая. Она дикая. Я жвачку стесняюсь покупать. Я дикая. Там, вы уснете? Дядя. А теперь Ксюша дикая. Моя мышь тяна. Мне не хватает денег. И она опять не должна. Она бомж. Опять не должна. Она своих коней на мясо. Я надеюсь, что я, короче, да, она. Для своих коней на мясо. Я надеюсь, что когда она мне совсем много снабжает. Не хватает. Да. Мне, короче, потом хватит купить какого-нибудь офигенного коня. Она коней 3 миллиона. Она вообще кониной ходит, расплачивается везде. Но вот только сейчас ей деньги дали. Чудо. Она счастлива. Даже мальчик говорит, ми-ми-ми, это так мило. Она ходит расплачиваться кониной. Кажется, я видеоблогер. Ага, Ксюша, я вижу. Открыли. Ксюша, зачем? Ксюша. Зачем тебе табак открывали? Это Алена. Она нажала, и он закрылся. А после того, как ты что-то...